Я был маленький, в общем, еще не очень понимал. А рос я, воспитывался у бабушки с дедушкой. И вот так случилось. Папа был в ссылке, а мамы не было. И я помню, я не очень понимал, почему зажигается лампада, да, керосиновая лампа, а свет редко включался, и где-то, может быть, часа на два. Дедушка приносил дрова, вот, и бабушка растапливала печурку и начинала готовить завтрак или что-то еще в этом роде. А вот, и горела лампа, горела лампада эта вот. И я потом уже, когда вырос, я понял, что вот это та самая свеча, вот тот самый свет. Вот тот самый свет памяти, да, памяти и скорби. Я тогда не понимал, потому что дети, они радуются жизни, и они не всегда все понимают, как есть на самом деле. А потом я вырос, и вот эти строки, сороковые, роковые, военные, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые, а мы такие молодые. Это же было поколение тех самых молодых романтиков, удивительных интеллигентов, цвет нации, то, что верила, любила, глаза сверкали и горели вот этой самой любовью и надеждой, любовью к Отечеству и надеждой на то, что мы построим наш мир лучший, самый прекрасный. Не знали, что Родина у них одна единственная, и надо ее отстоять, и надо уничтожить врага, и надо победить порой ценой жизни. Они клали эти жизни, они не щадили себя. Они понимали, что главное вот это там, вот эта заря, это расцвет лучшей жизни, ради которой это, собственно, все и затевалось для всех. Мне так не хотелось землю с любимой моей земли. Описал Всеволод Багрицкий, который не пришел с фронта. Сын великого Эдуарда Багрицкого, добровольцем 16 лет. Их таких было большинство. И вот это они отстояли и победили. Они вот это абсолютно точно ценой своей жизни дали нам жизнь. И мне кажется, этот день памяти, этот день поклонения, этот день чести, если угодно, потому что вот у них была честь. Они знали, за что и почему, несмотря ни на что. И я думаю, что вот этот светлый и прекрасный мир, который жил в их душе, он должен передаться поколению. Дай Бог мы победим.